Так, ребятушки, получила еще посылку. Вот такая у меня елочка разборная. Еще надо будет собирать. Это мне сестренка купила и передала с Украины. Вот так вот. Такая карасуня у нас будет. Так что завтра будем собирать. Посмотрим. Сегодня дети, может, поставят ее, чтобы она немножко, как говорится, эти ветки ее отошли, все это то, что заломилось. И вот еще одну посылку получила от мамульчики. Мы даже и не знали, она специально скрыла. Вот. Так что будем смотреть, что там за вкусняшки бабулита наша передала. Говорит, я специально не говорила, чтобы ты не кричала. Вот, так что такие, так что мы к Новому году уже готовы. Елка наконец-то есть. Так что, сестренка, спасибо тебе за елку. Да, ты пришел под елку? Ой. Ты наша снегурочка? Бось. А ты что рычишь? Вот тут вот. Колбаса. Московская. Сильно так не буду распаковку делать. Так. Зефир. Ой, конфеты. Раскидывала бабулита. Боже, как всегда, до него куча сладостей. В общем, сплошные сладости. А, это бабушка этот прислала сухофрукты. Для того, чтобы на Рождество у нас такая традиция, что обязательно должен быть узвар. Это мама передала мою обувь. Сказала, не передавай ей. Я ей дала свою обувь, она в ней полетела домой. Вот, ну там всякие, короче, баночки, закаточки, в общем. Сегодня у нас день посылок. Тут я собираю, там уже в пакете, то, что я буду отправлять, то, что я буду получать. В общем, занимаюсь дальше разборами. Да, бусенок? Бусь. Покажи свою моську девочкам, скажи, девчонки, привет. Мамина красавица. Да, мамина, да. Добрый день, мои хорошие, мои родные. Что-то погодка сегодня у нас такая тяжелая. Юляха моя пошла с Барнюхой. Гуляют. Вот. Танцор. Диско. Очень. Говорит, красиво. Такое все небо тяжелое, пасмурное. Вот прям холодина такая. У меня и стирка есть, и все. Но сегодня не стала стирать, потому что не нравится, когда это сыр влажно сильно высокая. И не хочет тогда сохнуть, тогда белье пахнет сыростью. Спрашивали у меня по поводу ёлки. Вот, мы ее еще не украшали. Ну вот такая вот наша красотуля. Вот, эта сестренка мне передала с Украины. Вот на ней такие шишечки. Вот, вот такая вот.
Елочка. Вот. Мои, конечно, дети хотели, чтобы сильно-сильно было в снегу. Ну, в общем, пока мисс будет такая. А там будет видно. Сегодня Юляха уже пошла на рынок. Купила рождественники. Такие вот цветочки. Два. Вот так. И вот тут такие красавчики. Вот, так что уже начинается потихонечку у нас преображаться. Вот. Накупила сегодня мандарин. Смотрите, какие красавчики. Вот. Так люблю, когда вот такие они. С веточками, с листочками. Вот. Сегодня на кухне тоже готовлю все это. Сделала винегрет. Смотрите, какая у меня сегодня кастрюля. И огромная борща. Ха-ха. И догадайтесь, почему такая большая кастрюля. Вот, борща. Вот. Такая наша погодка. Тут я замариновала шашлык. Что вечером буду делать шашлык. В общем, хозяйка. Шуршу. Вот. Вот такие вот дела. Правда, холодно так в квартире вообще. Сейчас вот в квартире 20 градусов. Вот. Немножечко включу, чтобы хоть капельку этот нагрелась комната, а то вообще прям ничего не хочется делать, как сонная муха. Вот. Ладно, я вам признаюсь, почему сегодня такая большая кастрюля борща, потому что мы уже ждем папу. Вот так вот, сегодня он должен приехать, так что немножко там кое-что приготовила, чтобы было что ужинать, как всегда, в костюме. Так что, кто переживал, что я там встречать буду в пижаме, вот, или в темной футболке, или еще что-то там. Так что не переживайте. Как хочу, так и встречаю. Вечернее платье точно не собираюсь одевать. Вот так вот. Вот такие вот на сегодня у нас дела. Вот, а папулька наш уже приехал. Завтра посмотрим, дадим ли ему отдохнуть или нет. Ну, может быть, один день, ладно. Потому что надо снять тюль, надо постирать. В общем, надо одеть, протянуть огонечки. В общем, нужно уже побыстрее сделать декор. Для того, чтобы, как говорится, пахло в квартире праздником. Вот. Украсить входные двери. У нас уже у всех соседей уже на дверях висят украшения, а у нас еще даже не то, что на дверях не пахнет, а и в квартире не пахнет. Вот, так что уже хочется нарядить елочку, уже хочется какие-то огонечки. Уже вчера включала эти огни на балконе. Вот, ну, правда, не знаю, у меня огни на балконе горят от солнечной батареи, но сегодня целый день пасмурно и это, так что, наверное, сегодня огонечки не смогут мои гореть, потому что нет солнышка. Вот. Дедушка Мороз нас услышал, что пришли вот такие вот цветочки. Единственное, что мы всегда покупаем такие прям огромные, а это сегодня вот были самые большие какие-то. Ну, под этот цветочек я нашла сиреневый такой вазончик. У меня был один красивенький. Я поставила вазон. А там именно такой черный родной еще. Ну, что-то надо придумать. У меня там еще один сиреневый есть. Правда, не такой, как этот. Ну, в общем, попробую. Если вместится, то будет
Так вот красивенько. Бось. Что такое? Мой мальчик хочет. Бусинка. Бабушка вчера вон передала. Да иди. Посылку, и он целая ваза конфет. В общем, все есть. Все для праздника есть. Конфеты есть, мандарины есть, елка есть, рождественник есть. Так что есть. Осталось только сделать оливье, потому что Новый год без оливье – это не Новый год. И купить бутылочку шампанского. И все. И вуаля, к празднику готово. Так что вот такой вот у нас на сегодня день. В общем, немножечко суечусь. На душе, конечно, радостно, так приятно. Наконец-то. Уже больше 3 месяца, как мы не видели нашего папульчика. Так что ждем его с большой радостью. Ой, пришел, еще одна Гулёна пришла. Вот, так что я вам тоже всем желаю прекрасного вечера, хорошего настроения, крепкого здоровья и всего-всего самого хорошего. Обнимаю вас, целую. И до скорой встречи. Пока-пока.